Дешево и сердито. Отменить выборы за три корабля. Как действия ВМС Украины связаны с рейтингами Порошенко и почему явно спровоцированная история дает политическим душком. Происшествие в Керченском проливе обсудим с нашими гостями. В студии Николай Кузьмин, политолог, доцент Таврической академии КФУ, и Сергей Ченнык, военный эксперт. И свяжемся по скайпу с Борисом Рожиным, это эксперт Центра военно-политической журналистики. Сергей, вот первый вопрос вам. Когда корабли НАТО могут быть уже у крымских берегов? Вот есть ли реальная угроза конфликта? Я думаю, что это преувеличение. Конечно, корабль НАТО по всем международным соглашениям может зайти в Черное море, но, извините меня, эскадру авианосного соединения или что-то еще такое, сюда, конечно, для них заслать проблематично. Наличие одного, двух, трех кораблей погоды в этом регионе не делает. Конечно, это неприятно, но я думаю, что это не так страшно, как это кажется со стороны. Поэтому я думаю, что да и как бы сама политическая, военно-политическая ситуация, которая сейчас развивается вокруг этого конфликта в Европе, свидетельствует о том, что европейцы не торопятся подписываться под... То есть Запад украинских... не будет, да, по Я сути, думаю, нет. Уделять внимание Я украинскому думаю, вопросу нет. На сегодня. Да. Николай, ну вот по сути украинской стороне известен и был известен порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды Российской Федерации, Керчь-Никальскому каналу. Этот порядок уже использовался ими в сентябре, тогда уже проходили два военных судна. А что сейчас пошло не так? Ну, провокация – это метод политического действия, как политической борьбы. Но если люди не занимаются, они хотели сделать провокацию, они ее сделали. Это, кстати, даже бессмысленно их за это осуждать. Это их способ жизни. Реально, то есть сделано то, что было сделано. Они рассчитывали на именно препятствия, на скандал, на раздутие. Скорее всего, они рассчитывали на более какую-то жесткую реакцию, более серьезные какие-то потери, которые позволят им кричать еще раз в очередной раз об агрессии, о там, злодейском мордоре и тому подобное. Но, с другой стороны, вот в прошлый раз, когда два военных судна уже проходило, да, ВМС Украины настаивали на том, что якобы никакого разрешения они ни у кого не спрашивали, прошли якобы по своей территории, и даже в Фейсбуке это опубликовали. А сейчас они говорят о том, что запрос подавали, но ответа вроде как не пришло. Ну, вот эта ситуация и показывает, да, что тогда им было выгодно сказать, что они ничего не спрашивали, никакого разрешения. Сейчас им выгодно сказать, что не спрашивали. И поэтому здесь искать какую-то, где правда, где ложь, вообще просто бессмысленно. Люди говорят то, что выгодно в данной политической ситуации, то, что целесообразно для той цели, которую они ставят. Господа, и предлагаю подключить сразу третьего спикера с нами на связи по скайпу, Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Борис, добрый вечер. Вот на борту украинских кораблей находились офицеры контрразведки СБУ. А что им, собственно, там делать? Кого контролировать? Ну, во-первых, они задачи. Во-вторых, у вас вопросы сегодня Украины. Если бы корабль вернулись, ушли, скажу. Господа, видимо, какие-то сложности у нас, да, технические сложности со скайпом. Мы попробуем еще раз переподключить, а пока продолжим беседу. Вот, Сергей, я вам скажу, вот как это преподносят украинские СМИ, да, что российские корабли получили приказ любой ценой во второй раз. Первый это уже был, не пропустить сюда военно-морских сил Украины в Азов. Потому что в Мариуполе начали создавать мощную, повторюсь, украинскую военно-морскую базу в Азове. Это так? Вот там действительно создают базу? Да, конечно, это их планы, и планы далеко идущие, потому что действительно можно как бы это воспринимать всерьез, не всерьез, можно смеяться над этим, но на самом деле наличие военно-морской базы, по крайней мере в зачаточном состоянии в Азовском море, это уже серьезное заявление для Украины, и, ну, как бы, скажем, для нас это не самый лучший вариант развития событий, поэтому к этому надо относиться реально и точно это оценивать. Что касается разрешили, не разрешили, ну, давайте так, мы живем в реалиях современного дня, эти реалии то, что Крым это часть территории, это территория Российской Федерации. И если мы начинаем играть в другие игры, говорить, там можно, не можно, может быть, по каким-то другим правилам, нет. Это территория Российской Федерации. И если мы считаем, что Крым территория Российской Федерации, значит, любой иностранный корабль или не корабль, а гражданское судно должно действовать в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации, международным
международным морским правом. Там как бы все достаточно четко регламентировано. Украинские корабли откровенно шли на провокацию, это было понятно с самого начала. И, ну, в принципе, события стали развиваться с самого начала, буквально, наверное, с 6:30 по тому, что эта провокация закончится чем-то таким. Сергей, ну вот, сейчас, секунду, я вот следом и вам сразу задам вопрос. Вот если говорить о провокации, да, провокация, она всегда преследует какие-то цели. А какие их цели? Вот вы, как военный эксперт, можете сказать, с точки зрения там, вашей? Ну, цель, скажем так, любой военный корабль — это не маршрутное такси, это не пассажирский лайнер. Прежде чем выйти в далекий поход, совершенно не приспособленных таким далеким походом кораблей, которыми являются Мбаки, Никополь и Бердянск, нужно было, во-первых, получить боевую задачу и перед самым выходом получить боевой приказ. Цель, то есть, где четко и конкретно говорится, зачем идем, куда идем и как идем. Судя по всему, судя по тому, что, в принципе, корабли получали как бы билет в один конец, потому что, ну, с учетом низкой боевой готовности... Что, их должны были расстрелять? Нет, или... нет. Ну, давайте, Не будем, да. В идеале это стопорение их возле Керченского моста, длительная катавасия, длительные перебранки и, в конце концов, как бы вот выдворение их силовым способом. Ну, то есть они были, насколько сейчас идет информация, они были дозаправлены на переходе с танкера Горловка, по-моему, украинского, то есть топлива у них было, в принципе, достаточно на обратный переход, и, по всей видимости, задача была спровоцировать неразрешение Российской Федерации на проход. Это пока находится там, поднять международный визг, и на фоне этого визга потом просто отойти назад. Но... Сергей, ну, задача понятна, да, о целях мы еще чуть позже поговорим. Ну, цели тоже к политологам. Да, а пока мы попробуем снова связаться с Борисом Рожиным, экспертом Центра военно-политической журналистики. Борис, надеюсь, сейчас это будет хорошо слышно. Повторю свой первый вопрос. Да? На суднах находились офицеры контрразведки СБУ. Что бы им там делать? Ну, они контролировали, прежде всего, экипажи судов, обеспечивали выполнение приказов, которые получили эти суда. Уже по свежим данным от ФСБ России, на судне находились документы, где указан порядок перехода этих судов к Керченскому проливу, который надо было осуществить скрытно, то есть за пределами территориальных вод РФ, то есть чтобы создать именно провокацию, именно внезапно для береговых служб. Кроме того, на судне были найдены шпаргалки о том, как вести переговоры с российскими береговыми службами и, соответственно, реагировать на законные запросы береговых служб и погранкораблей РФ на тему прохода украинских кораблей через пролив. То есть, опять же, это указывает на то, что операция координировалась с спецслужбами Украины, и они ставили, по сути, задачи украинским военным, находящимся в море. Борис, на ваш взгляд, эта провокация, она была удачной? Ну, не совсем, потому что вчерашние события в Верховной Раде показали, что первоначальный план провокации, связанный с введением военного положения до конца января 2019 года, провалился, как в силу усилий оппозиции украинской, которая не заинтересована в срыве президентских выборов, назначенных 31 марта. А во-вторых, как заявляют некоторые украинские эксперты, погруженные в украинскую политику, Меркель и генсек НАТО оказывали определенное давление на Порошенко, чтобы он не использовал эту ситуацию для срыва президентских выборов. Именно поэтому срок военного положения был сокращен на 30 дней. И Порошенко фактически заставили проголосовать вчера в Верховной Раде постановление о том, что выборы в любом случае пройдут 31 марта, даже если хочет продлить положение. Спасибо, Борис, спасибо за ваш комментарий. Николай, ну вот действительно, эта провокация выходит связана с рейтингами Порошенко и предстоящими выборами на Украине? Естественно. И дело в том, что вот здесь надо признать, что вообще значительная часть целей, которые поставлены, Порошенко достиг в этом плане. То есть он планировал провокацию, провокация получилась. Что получает? Ну вот, скажем так, с точки зрения, так сказать, обычного украинского гражданина, да?
что они видят. Они здесь срабатывает стандартный такой ментальный принцип «наших бьют». Да? Картинка, где наш такой хороший корабль наваливается на маленький этот несчастный буксир. Вот они какие... Ну, вот... в Польше уже акции протеста есть. Там большая да, украинская диаспора. Да, конечно. То есть это вот способ некой мобилизации. Вот смотрите как. Вторая, конечно, задача максимум была это вот обеспечить полноценное военное положение. Да? Дело в том, что по закону Украины, где-то в районе 22-го, там надо день плюс день, я точно не скажу, не извиняюсь, 22 декабря начинается предвыборная кампания по выборам президента. Но военное положение только на 30 дней, по-моему, ввели, да, сейчас? Да, если бы ввели полноценное на 2 месяца, до 26 там, января, то это фактически означало бы вообще срыв, начало предвыборной кампании. Ладно, вот хотелось бы сразу разобраться, да, мы говорим о том, что Украина находится под влиянием там ряда западных стран, в основном это Соединенные Штаты Америки, но тем не менее, да, они по сути и шага уступить не могут без дозволения сверху. Я бы не так не сказал. Вот в этом случае, вот эта история, эта провокация, это была исключительно доморощенная идея Порошенко и его компании, или все-таки где-то им подсказывали? Я думаю, что абсолютно доморощенная идея, и не надо преувеличивать степень влияния. То есть их как бы, те, кто действительно их там контролирует, ведет, то есть конкретно в США, там ряд Великобритании, там ситуация стоит каким образом? То есть вот у вас есть цель? Быть антироссийским форпостом, у вас есть некоторые рамки, за которые вы не можете выходить, а внутри уже крутитесь там, как хотите. То есть никто инструкцию прописывать в деталях не будет. Это, кстати, неэффективный способ контроля. И что получилось? Получилось в данный момент ситуация такая. То есть в какой-то момент все-таки сумятицу в подготовке выборов Порошенко удалось внести. Этот месяц, который есть, можно использовать, во-первых, для репрессий. Вот во всех этих областях, где объявлено военное положение. Это как раз те области, где у Порошенко проблемы. Раз об этом заговорили, я попрошу режиссера вывести на экран карту Украины с теми областями, в которых объявили военное положение. Господа, вот чем-то напоминает такую политическую карту, да, вот там предвыборную, выборную, когда вот пророссийские регионы, которые всегда поддерживали пророссийские силы, они действительно вот колечко такое и образуют, да, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожка, Одесса, то есть они все граничат либо с Российской Федерацией, либо с Приднестровьем. Причем, попрошу заметить, что в Крыму нет военного положения, удивительно, потому как это же в кавычках исконно украинская территория, да, но тем не менее, назвав ту же Херсонскую область приграничной территорией, разве они косвенно не признают Крым России? Признают. Ну, это еще вопрос с Николаевской, с Одесской областями, то есть это морская граница получается с Крымом. Да, но не это же сейчас важно. Важно было по максимуму получить максимальный объем этого военного положения. Что может быть? Во-первых, ограничение любой некой такой публичной политической активности – это действие против оппонентов Порошенко. Второе, это может оправдать, вот я бы связался с проблемой этого Томаса, который немножко поломался у них, но который они продолжают пропихивать. То есть здесь можно под этим использовать в том числе какие-то репрессии против духовенства, которое, как выяснилось, никто не ждал такой консолидированной позиции, а иерархии УПЦМП выступили очень, как бы сказал, консолидированно, за исключением там 2-3 человек. Николай, на секундочку буквально перебью. А это тот символический капитал, который Порошенко хочет использовать. Чтобы зрители понимали, да, те, кто еще не знает, касательно тех ограничений, которые возможны в случае введения военного положения в этих областях, да, или в принципе по всей Украине, мы не знаем, как это будет дальше. Украинцев предупредили о нарушении прав и свобод из-за военного положения. Речь идет о праве на неприкосновенность жилья, невмешательство в личную жизнь, тайну частной переписки разговоров, свободу передвижения и слова, предпринимательскую деятельность, образование и других гражданских правах и свободах. Но здесь стоит отметить, что если мы говорим о политическом подтексте, здесь же еще и митинги и политические партии, которые, конечно, тоже можно запрещать. Я бы обратил внимание, можно на прослушку и на прочие вещи не иметь никаких санкций, а просто сказать... То есть, по сути, в этих областях Порошенко сейчас диктатор. Да. Да. Это короткий. Теперь задача как бы следующая. За этот месяц что-то новое замутить такое, которое бы позволило продлить это военное положение. Как у них получится или нет? Это вопрос открытый. Но я бы вот здесь обратил внимание на то, что мы имеем дело
с очень опытным, прожженным и умным противником, которого есть жесткая цель достигнуть. У нас слишком часто пытаются преподнести их как каких-то клоунов, как каких-то вообще идиотов, там еще что-то такое, ничего подобного. Колоссальный опыт политической борьбы. Очень жесткой, ну, мы помним, как это, как проходили выборы. То есть под маской клоуна шоколадный президент, да? Ну, естественно, это, кстати, один из трендов современной политики, корчить из себя идиота. Этот, тем самым, как бы так, снижая себя. Вот я свой парень. Если говорить вот непосредственно о том, что может случиться, вот в этом случае, Сергей, наверное, вопрос к вам, как к военному эксперту, да, мы видим все эти области, Донецкая, Луганская народные республики, сейчас Крым, да, Приднестровье та же, да, вот чем это может быть чревато, учитывая вот начало? Да, начнем с того, что как бы одна из областей, где у них сейчас начнется заваруха, там почему-то, возможно, это Львовская область, граница с восточноевропейскими странами, где сейчас идет там практически мятеж евробляхеров, им бы лучше туда внимание обратить. Что случится здесь? Я не знаю, что случится на территории Донецкой. Какое направление самое опасное на сегодня? Ну, естественно, это Донбасс. Это однозначно, и более опасного направления нет. Потому что, в принципе, сейчас начинается массовая истерия среди националистических формирований. И дело в том, что если даже та украинская регулярная армия еще может быть как-то под контролем, то очень тяжело контролировать этих людей, которые периодически даже вступают в контакт, в противостояние с самой украинской армией. То есть это люди, от которых можно ожидать чего угодно. Вот выступление Белецкого последний раз в парламенте, вот уже вот в ходе этого, оно как бы очень настораживает, что мы опять мобилизуемся, мы готовы. Ну а что касается повторения в море или нет, я думаю, во-первых, мы как-то не задумываемся над тем, что Украина потерпела одно очень такое военно-моральное поражение вот в ходе вот этого события. Потому что, понимаете, когда я услышал новость, которая прозвучала по всем каналам о том, что в районе Керченского пролива задержаны 3 украинских военных корабля, я, честно говоря, ошалел, потому что военный корабль не может быть задержан. Да, представьте, перенесите в далекое начало русско-японской войны сообщение в новостях, что на выходе из корейского порта Чемульпо японскими кораблями задержан русский крейсер «Варяг» и конлодка «Кореец». Военные корабли для того и создаются, и экипажи у них и тому военные, что они принимают присягу, они получают большую зарплату. Страна их одевает, кормит, поет. Им 5 гривен вся Украина скидывалась. И результат того, что практически без боя, без малейшего сопротивления, эти люди просто-напросто сдались в плен. Банально. Ну, что-то пошло не по плану, а или вот такой план и был? Если вы внимательно слушали переговоры, когда этот Руслан Мокряк, по-моему, да, орал в эфир «Мэйдэй, мэйдэй, рятуйте», в ответ была тишина украинских воинов, их командование кинуло в очередной раз. То есть вот все переговоры, в ответ тишина. Ну, я скажу, что вот сейчас на допросах, да, они подтверждают, что это была действительно спланированная акция, их действительно туда направили, да? Но дело в том, что до конечного момента, это в нужный момент, когда что-то пошло не так, верховное руководство просто отказалось практически от своих людей. Ну, можно ли говорить о том, что сейчас, да, Украине глубоко плевать, что будет с экипажами, что будет с этими суднами, которые задержали? С кораблями. С кораблями. Да, нет, и Украине не может быть глубоко плевать. Так украинского флота можно еще поспорить, наверное, с суднами. Так или иначе, какие-то меры будут приниматься, но дело в том, что я вообще как бы считаю, сейчас мы должны какие-то меры принимать тоже, потому что я вот всегда говорю, что сейчас в наших руках великолепный спецпропагандистский материал. Что нужно делать? Нужно этих ребят, вот 20 с лишним человек, сейчас повозить по Крыму, дать возможность, чтобы они пообщались с людьми. Это у нас уникальная возможность показать нашим практически противникам тот Крым, который у них из мозгов вышибли. Они думают, что в Крым это большая тюрьма, где все там танки на БТР, на перекрестке. Родственников их пригласить, да, совершенно верно. У нас уникальная возможность организовать великолепное спецпропагандистское мероприятие. Просто великолепнейшее. То есть пока там есть выпускники Севастопольского училища. Пожалуйста, поедьте в училище, пообщайтесь с теми, с кем вы учились. Посмотрите, это уникальная возможность. Ну а что касается действий, ну я с вершины своей военной службы, думаю, имею право утверждать то, что командиры украинских
кораблей действовали абсолютно неадекватно. То есть в тот момент как бы можно было, я не знаю, по крайней мере, с честью затопить свое, одеть спас-жилеты за борт и утопить свои корабли. Я думаю, что российские офицеры, подняв их из воды, просто пожали бы им руки и сказали: мужики, вы... Но вы у флота, кстати, есть определенный принцип держаться до последнего. Это позорная сдача. Это буквально позорная сдача. И в принципе, я как военных моряков, их, вот честно вам скажу, у меня большое уважение к этим людям сейчас. Ну вот мне бы хотелось отметить вот по поводу пропагандистского, да, материала. Смотрите, что опять получается. То есть есть инициатор провокации. Он ее делает. Она в чем-то получается. Ведь у России не было, у нас не было вообще другого варианта. Ну, было, да. Можно было их затопить полностью, можно было какими-то действиями отогнать в сторону и валить там подальше. Можно сделать то, что, наверное, этот вариант, потому задержка так тянулась, потому что просчитывали варианты. Нет, это наверное, в борт влупили. Да, целесообразно было все-таки сделано именно захватить корабли. Но все равно, а теперь дальше что? Ответка – это истерика, это призыв к защитите нас от злобной России, и в какой-то степени что-то с чрезвычайным военным положением получилось. Но я обращу внимание, это все-таки инициатива была на их стороне. Вот нам вопрос, надо перехватывать инициативу. Вот это один из методов, а то получается так, мы реагируем. Да, мы реагируем правильно. Но мы реагируем, а не высказываем какую-то... Но вот эти события, они вписываются в общую политическую концепцию нынешней Украины? Вот то, что она происходит. Ну, естественно, это все прочие. Все, часть, собственно, да, ждали, что, ну, только что варианты, что они придумают. Это вот это нагнетание истерии вокруг проблемы судоходства в Керченском проливе. Но, с другой стороны, дурака не переспоришь, стоит ли использовать его методы. Ну, почему его методы? Надо им использовать свои методы. Вот один из методов, это действительно, я еще раз говорю, это действие, которое произошло, вот с точки зрения обычного гражданина Украины, он так или иначе, у него просыпается это чувство, как переживание за своих. Да. Вот надо это переживание поломать, посмотрите, вот ваши. Вот они, ваши. Понятно, что ну, сейчас огромное количество методов через этот интернет, да, YouTube и так далее, достучаться, информацию донести до значительной части. Ну, примерно вот народ Украины должен понять, что как в 2014 году, когда командование воинских частей Украины в Крыму запрашивало свое командование, что делать, а в ответ была тишина, точно так же повторилось сейчас, да, когда командиры кораблей запрашивают руководство государственного или командование флота, что делать, в ответ тишина. И когда вчера, умыли руки, да? И когда вчера Воронченко задали вопрос, а почему вы не подняли авиацию, он там пугался. Он сказал, там не было возможности, там погода. Он что, сумасшедший, блин? Прекрасная погода. О чем ты несешь? То есть это величайший позор военного командования Украины и военно-политического руководства Украины. Но это тот случай, когда военное положение без войны и чисто из политических соображений. Да, конечно. Николай, если продолжать тему экипажа, возможен ли в будущем обмен задержанных моряков на того же капитана Норд? Вы знаете, вот сейчас Норд. Есть угроза. Ну, капитан Норд, ну, наверное, ну, один капитан, да. Вот сейчас, у нас, сейчас есть риск, что они начнут определенные репрессии проводить, чтобы опять же сформировать такой банк для обмена. Ну, вот уже появилась новость, что россиянам якобы запретили въезд на Украину после введения военного положения. Кто-то, кстати, по-моему, 30 человек из Минска с российскими 47. Паспортами. 47 уже, да, их вернули. Кто-то из начальства погранслужбы вышел, сказал, это как фейс-контроль в клубе. Кого-то пускают, кого-то нет, вот мы вас не пускаем. Но я думаю, что это еще относительно неплохой вариант развития событий. Могло бы быть действительно хуже, если мы говорим о банке заложников, которых впоследствии да, вот могут это обменивать. Есть один такой риск есть, и надо каким-то образом продемонстрировать позицию так жестко, что... Николай, ну вот вопрос как политолог. Украинские официальные лица, они обращались к международному сообществу, они обращались и к НАТО, и в Европейскому Союзу, и, понятное дело, в США. Безусловно, ответ был, но это сродни того, что, мол, ребята, вы там у себя не деритесь, разберитесь по-мирному, по-дружному, да. Украине сочувствуют, но какой-то явной вот такой поддержки, в том числе или тем более там военной, да, не оказывают. То есть, значит ли это, что Украина уже своего рода, ну, использованный материал, из которого дожимают последние соки? Я думаю, что тут могла быть разная реакция в зависимости от исхода этого инцидента. Если бы эти корабли тупо потопили, да, как, на что имели право, вот тут бы хай на или весь на что мир, рассчитывали.
рассчитывали? Поднялся, да. Ну, они рассчитывали, что Россия сыграет мускулами и сыграет так вот, не сильно раздумывая. Потому что группа захвата, все-таки сложности, это риски определенные и так далее. То есть тогда бы, а теперь они что видят? Что, ну, вот как задержали, поступается властное законодательство, возят адвокаты там у них есть, будут сидеть, к ним там будут приезжать правозащитники, омбудсмены и так далее, и так далее. Вот в этой ситуации что можно предъявить? Даже вопрос, хорошо, там кто-то не признает эти нынешние границы морские в том числе. У Израиля уже больше 50 лет нет международно признанных границ. И что? Кто-то спрашивает палестинскую автономию? Спрашивают, запрос в Тель-Авив отправляют. И таких примеров там Фолклендские острова, Аргентина, Великобритания. Аргентина не признает их принадлежность Великобритании. Ряд латиноамериканских стран... Ряд латиноамериканских стран поддерживают в этом Аргентину. Ну, если им там что-то надо плыть, они будут в Лондон спрашивать. Оценивать ситуацию по фактическому происходящему у нас на полуострове, да, я имею в виду непосредственно водные границы, да, то я думаю, всему миру придется так или иначе, прямо или косвенно признать Крым российским. Но, господа, в любом случае, это яркий пример того, когда элементы государственности, да, как вы, Николай, сказали, включая и границу, и армию, и флоты, и даже церковь, они становятся элементами шоу. Зато мы наверняка знаем, как Порошенко любит свою работу, что готов сделать ради этого все, чтобы задержаться там еще на один срок. Господа, вам спасибо за беседу, зрителям за внимание. Увидимся завтра в эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.